Почему США выбрала именно Украину политическим полем? Когда хочешь разрушить страну, когда хотели разрушать империю, разрушали ее как? Естественно, с окраин. Когда хочешь разрушить страну, где нужно создавать зону неспокойствия и зону конфликта? Ну, конечно, в приграничных территориях и в странах, которые граничат с этой страной. Поэтому, ну, как бы об этом очень много писали и основатели геополитики, и, допустим, один из основателей геополитики Маккиндер много говорил, много писал о том, что союз Германии и России самое страшное, что может быть для морских держав, для Соединенных Штатов и Великобритании, и разрушать эти союзы нужно, начиная с Восточной Европы, что кто контролирует Восточную Европу, тот контролирует Евразию.